175 угаров в минуту. Только самый лёгкий драм-бейс. Леди и джентльмены, дамы и господа, и вот снова я, ваш любимый радиоведущий. Вы слушаете Угарадио. 175 угаров в минуту. Только самый лютый драм-н-бейс. И наш выпуск начинается со звоночка. Вот он, наш первый дозвонившийся. Я даже не успел сказать приветственную речь, как нам уже звонят. Ае, представьтесь, пожалуйста, вы в прямом кефире. Здравствуйте, Александр меня зовут. Прекрасно, Александр, что хотите сегодня послушать, что хотите нам сказать? Это радио Угород? Это радио Угород, передача 175 угаров в минуту, здесь только самый лютый драмчик. Супер, хочу привет маме передать. Сашина мама, Саша передает тебе привет. Спасибо. Ну, я хотел послушать, но у меня мама просто по фамоды больше угорает. Но я бы послушал Энди Маликса. А какое совпадение! Знаете, как раз таки сегодня у нас в гостях Энди Маликс. Вы... Супер! Да, вы Ванга? Я? Нет. Тогда, Александр, хочу вам сказать, идите нахуй, подписывайтесь на канал и слушайте наше радио. Всего хорошего! Всего. И первый трек — это Энди Маликс, вернувшийся в пыли. Только самый лютый драм-н-бейс. И, как я уже сказал, у нас сегодня в гостях Энди Маликс, продюсер, музыкант, саунд-дизайнер и прочую хуйню, можно еще про него сказать. Привет, Энди Маликс, слушай, скажи, как ты, человек, который пишет обычно всякую хуйню, смог написать такой лютый драм-н-бейс трек и попал в передачу 175 угаров в минуту, где я, самый любимый всеми радиоведущий, тебя встречаю у себя в гостях. Ну, на самом деле я начинал свою карьеру с драм-н-бейс музыки, и мои первые релизы были как раз таки в стиле драм-н-бейс. Короче, поэтому... заткнись, блядь, карьерист ебаный. Давай лучше сразу включим следующий трек и поймем, можешь ли ты держать нашу планку лютости в передаче 175 угаров в минуту на Угарадио. 175 угаров в минуту. Я слышал, что ты госпродюсер, что ты пишешь музыку для других. Ты записывал великого и ужасного Томми Кэша. Ты работал с Дженой Джи, с Future Prophecies. Даже Иракли был у тебя в гостях. Ты знаешь многих звезд, и многие уверены, что ты являешься госпродюсером. Говорят, даже Дэдмауса. Так вот, скажи, а кто пишет твою музыку? Слушай, ну на самом деле, я бы так громко себе не говорил по поводу всего этого госпродакшена. Это, ну, все это не так. Это я не знаю, откуда это идет. Я живу и работаю в гораздо более скромных масштабах. Ясно, очередной пиздеж от очередного, блять, артиста. Это передача 175 угаров в минуту, и мы слушаем следующий трек и посмотрим, выдержит ли Энди Маликс нашу планку. Посмотрим, насколько он лютый драм-н-бейс продюсер. Уважаемые радиослушатели, дамы, господа, леди и джентльмены, мои любимые интеллектуалы, все, блядь, для вас. Вы слушаете самую лучшую радиостанцию «Угород», и я ваш самый любимый радиоведущий. Это шоу 175 угаров в минуту. Макс Косян, мы передаем тебе привет, «Красть тачки», спасибо тебе за крутое название для нашей передачи. И мы сегодня слушаем треки Энди Маликс, этот трек называется «Фора».
Энди Малекс. Скажи, фора, кому, бля? На самом деле это просто рандомное слово. Мне нужно было как-то сохранить проект. Я написал, потом думал, изменю и так и оставил. Ты, кстати, Макса упомянул, я с ним знаком. Да мне поебать, с кем ты знаком. Заткнись нахуй. Уважаемый радиослушатель, что-то наш гость распизделся, поэтому мы включаем последний его трек, который называется как-то типа «Поломанный», блядь, и прощаемся с ним. Всем спасибо, всем пока. Пошел нахуй, не возвращайся сюда больше. Эй, вы там, дайте ему пизды на выходе. Ну а пока нашего гостя выносит с радиостанции, я, ваш любимый радиоведущий, включаю последний его трек «Поломанный». Только самый лютый драм-н-бейс. Уважаемые радиослушатели, это я, ваш любимый радиоведущий, и вы слушаете Угарадио, 175 угаров в минуту. Шоу, где играет только самый лютый драм-н-бейс. Если вам понравился наш сегодняшний эфир, то въебите лайк этому эфиру. Если он вам не понравился, въебите дизлайк и идите нахуй. Потому что мы в вас не нуждаемся, но ваша помощь нам пригодится. Пишите в комментариях внизу, если вы хотите вложиться в нашу хуйню. А если вы также хотите прорекламировать свой бренд, товар, услугу, либо какую-либо другую хуйню, то пишите в комментариях: «Эй, ребята, дайте мне майл для контакта». И мы его для вас создадим. Угарадио – это радио, которое создается вашими силами, на ваших глазах, за ваши бабки. Я ваш любимый радиоведущий. Это 175 угаров в минуту, где играет только самый лютый драм-н-бейс на Угарадио.